Танковые гусеницы с тыльной стороны Фурцины. Мы только сейчас были у ворот тыльной стороны, смотрели один из объектов. Покинули уже территорию, можно сказать, уже на выезде. Я показывал там, мы видели, я говорил, направление там, дорожка. Мы по ней поехали, чтобы выехать из Фурцина. И вот с тыльной стороны еще вот наткнулись на гусеницы. Я на карте укажу, где это место. Ну, сколько здесь комплектов, уж не знаю, ну уж 2-3 комплекта. Если так можно выразиться. Комплект. Видимо, они были в грунте, это в земле. Вот вытащили их. Как правило, использовались как в качестве арматуры для укрепления каких-либо сооружений, подъездов, выездов. И вот мы наткнулись на гусеницы. 10-е. Ух ты, она еще шевелится. А я вот стою, она качается, гусеница. Десятое сентября. Фурцина. Времени ближе к 12 подходит. Кто-то мне в комментариях говорил, не может быть, чтобы они валялись. Никогда их не разбрасывали. Ну, я и не спорю. Конечно, никогда. Это же не выбросили. Видимо, они уже вышли свой ресурс. Отработали. И поэтому использовались по другому назначению. Не пропадать же добро. Да, они все однотипные, эти гусеницы. Ну, кто-то скажет даже нам, какой, от какого танка. Ну, уже дальше нам некуда ехать, только домой будем ехать. Тут дорога кончается. По-моему, тут где-то была вышка какого-то танкодрома. Тыльная сторона Фурцина. Где-то я встречал на карте, где-то я видел. Тут где-то, может, он и эта вышка и была. Жарко. И мы уезжаем. Опять-таки в самом конце видео поздравляю участников групп, с кем мы сотрудничаем, подписчиков канала. С днем танкистов. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Посмотрели мы и гусеницы. Сколько мы сегодня чего увидели. Не заезжая на территорию. До свидания, до новых встреч.